А вот на самом деле раньше-то вот вы, допустим, говорите, что ну, там, про скрепы, про это. Вот, раньше, допустим, считалось, вот человек венчанный, вот на всю жизнь он должен как бы вот быть супругой, а в богеме совершенно другие стандарты. Ну, это правильно. Ближе к богеме у вас, в общем. Ну, это как... правильно. Во-первых, я венчался не на первом браке, понимаете? Первый брак вы не венчались, да? Но второй и третий уже закрытая тема? Я не касаюсь. Нет, все, тогда нет. Извините, что я ступил на запретную территорию. Многоженство не украшает православного человека. Да, вот смотрите, если бы в свое время там Владимир склонился бы к исламу, то у нас, может быть, сейчас все было бы по-другому. Жили бы совершенно в другой стране. Кстати, допустим, смотрите, действительно, ислам, там ведь гораздо вот вещи, про которые мы говорим, какие-то консервативные, какие-то прочие, они там блюдутся, мне кажется, жестче, чем там, где на территории бывшей Византии, условно говоря, ну, где православие, Болгария, Греция, это правда, и Россия. Такая деталь, вот на кинофоруме «Золотой Витязь» у меня в каждом жюри, там 6, значит, жюри международных, и в каждой я сажаю батюшку нашего, отца церкви, в каждой жюри, потому что я считаю, так же, как и Иван Ильин, мыслитель, который говорил, что все надо мерить мерою Христа и не бояться остаться в одиночестве. Это фраза Ильина. Так вот, когда батюшка присутствует, уже все меряют как-то иначе, уже все понимают, что рядом духовное лицо. Так вот, мне однажды этот батюшка мне говорит, я видел фильм иранский, исламский фильм, он более христианский, чем вот то, что я видел у наших, у русских людей. Так. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.